Сотни нигерийцев собрались на фестивале аниме в Лагосе. В последние годы в африканской стране появляется все больше поклонников японской мультипликации. Этот фестиваль – единственное мероприятие такого рода в Нигерии. Он проходит во второй раз. Думаю, нигерийцам интересен жанр аниме, поскольку им нравится все новое. Аниме – совершенно иная культура. Она уникальна для Нигерии, поэтому нигерийцы будут ее любить. В аниме каждый год появляется что-то новое, и это привлекает наше внимание. Большинство нигерийских поклонников аниме выросли на сериалах о ниндзя-подростке Наруто, роботе Вольтроне и бродяге Кенсине. Я люблю аниме, потому что там все как в жизни. Аниме есть для всех и обо всем. Если вам нравится спорт или фильмы ужасов, или боевики, или романтика, или сказки, то можно найти аниме на эти темы. Просто надо поискать. Жанр аниме, в отличие от детских мультфильмов, рассчитан на подростковую и взрослую аудиторию. Персонажи и фоны прорисованы в характерной манере. Обычно аниме издается в форме телевизионных сериалов и фильмов. Организаторы фестиваля в Лагосе хотят популяризовать аниме среди нигерийцев и надеются в будущем проводить еще более масштабные мероприятия. Подписывайтесь на наш канал и смотрите мировые новости. Мы освещаем факты, а выводы делаете вы сами.